23 февраля – это любимый многими в России и известный праздник. Многие жители страны поздравляют в этот день всех мужчин от мала до велика. И тех, кто ходит в детский сад, и тех, кто ходит в школу, и даже тех мужчин, которые никогда не служили в армии. Другие же считают, что в этот день принято поздравлять только тех, кто имеет отношение к воинской обязанности. Те, кто служили в армии или в правоохранительных органах. При этом поздравляют даже представительниц прекрасного пола. Федерал Пресс в рамках спецпроекта «Глаз народа» подготовили викторину, прогулялись по улицам Новосибирска, пообщались с местными жителями и выяснили, что они знают об истории этого праздника в нашей стране и других государствах мира. Раунд 1. Какого праздника не существует в мире 23 февраля? Ага, правильно, ответ дня Джигита нет. А, я думала, Что такое? В. День Джигита не существует. И вы ответили правильно. Про Джигита. Верно, правильно. Мне кажется, День Республики Гаяни. День защитников Центрального Африканского Республики. 23 февраля с 2022 года отмечается День защитников Центральноафриканской Республики. В этот же день в Гаяне отмечается День Республики. А вот в Таджикистане Дня Джигита 23 февраля не празднуют. Там традиционно отмечается День защитника Отечества 23 февраля, а после развала СССР, кроме того, в этот день отмечают День вооруженных сил страны. Раунд 2. Назовите, какой праздник, аналог 23 февраля в других странах из перечисленных, вымышленный? Последний. 23 февраля из перечисленных. Мне кажется, первое. Так, день ботинок в Казахстане, да? В Казахстане действительно 7 мая отмечается День Батыра. Этот праздник является аналогом нашего 23 февраля. В Польше 15 августа отмечают праздник войска польского. В США же аналогом нашего 23 февраля является 16 мая, День вооруженных сил США. Праздника 15 января под названием День победителей США попросту не существует. Это плод фантазии редакции Federal Press. Раунд 3. Какого события никогда не было в мире 23 февраля? В этот день Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку. Случилось это в 1883 году. Кроме того, 23 февраля английский майор запатентовал игру, ныне известную для нас, для всех, как теннис. Вот положенную норму крепости водки 40 градусов закрепили в уставе питейных заведений 6 декабря 1886 года. Следует заметить, что речь шла только о нижнем пределе крепости, а вовсе не о строгом соответствии этому показателю. Давайте проверим, знают ли об этом наши соотечественники. Первое? Рудольф Дизель получил патент на Всех мужчин. Не отмечайте этот праздник. Я праздную всех мужчин. Я еще вам поздравляю. Военные? Как? Получается, да. Все-таки праздник отмечаем. У нас так принято поздравлять всех мужчин, потому что мы все мужчины, мы защитники своей семьи. Так, сейчас подарки подарите своей семье. Да поздравляют моей семье меня и кота, а поздравлять надо. Да, в принципе, всех. Всех мужчин? А вы в армии служили? Служил.